олімпійський чемпіон з футболу Олексій і призер Олімпійських ігор з питань молоту, капітан команди «Щодо коли» Олександр Крикун. Для вас хотів ще Михайличенка. І, звичайно, ми тебе відправляємо до команди. Давай, до своїх. Дуже дякую. Будь ласка. Мені дуже приємно. Друзі, поаплодуйте спортсменам, які «Щодо коли». Всі так думають, зараз спортсмени будуть грати. А вони всі беруть і грають. Все. Добрий вечір. Я поздравляю всіх з цим чудесним мероприятием, з праздником. Забрал Анатолий Анатольевич у меня слова, потому что действительно Лена Поварова неотъемлемая часть нашей команды. И мы все, я и Лена, предположим, мы выступали в индивидуальных видах спорта. И только начав играть в «Что, где, когда», мы поняли, насколько все-таки важен этот командный дух, это единое стремление, единое желание победить. У нас в «Что, где, когда» уже есть такое правило, невозможно, нельзя размыкать круг. Если вы видите, всегда все знатоки сидят, наклонившись друг к другу, это потому, чтобы собрать некую ауру. Поэтому мы сейчас, как никто, наверное, понимаем все-таки ценность вот этого вот командного духа. Поэтому попробуем сегодня, ну не мы попробуем, конечно, но мы наградим с удовольствием всех победителей. Сергей Анатольевич. Пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер, с праздником вас! Замечательным праздником, потому что чествование спортсменов – это то, чего мне всегда не хватало. Вот Саша уже сказал, что спортсмены неожиданно наши, украинские, проявили себя как интеллектуалы. Я хочу сказать, что сегодня они проявили себя еще и как юмористы, потому что пригласили меня вручать спортивные награды. Молодцы, спасибо вам! Но, кстати, первая моя сознательная оценка в жизни была пятерка по физкультуре, чтобы вы знали, в первом классе. И я хочу сейчас передать привет всем своим учителям физкультуры. Ребята, договорились, что у меня не будет достижений в спорте, не будет наград, я их вручаю, понятно? Хочу сказать огромное спасибо еще спортсменам, членам в разное время нашей команды, которые, к сожалению, сегодня не смогли присутствовать. Это Олег Блохин, ваши аплодисменты. Алексей Михайличенко, ваши аплодисменты. Здесь в зале сидит Денис Силантьев, где-то я тебя не вижу. Вот. И еще был у нас Слава Усилков. По-моему, замечательный спортивный коллектив. Вот. Мы всем показали, всем, что такое наши украинские спортсмены. Я, кстати, всегда тоже спортсмен. Но извините меня, Сергей Назарович, не по олимпийскому принципу. Для меня участие не главное. Победа! Победа! Поэтому меня всегда называют игрок-спортсмен. Вот такие вот дела. Сейчас узнаем, кто у нас стал победителем. Что особенно приятно, я в детстве полгода занимался эспадроном. Чем занимались? Эспадрон, это сабля, по-вашему. Простите, Сергей Анатольевич. Да. Я бы вообще советовал вам бобслэм заняться, потому что кинетическую энергию никто не отменял. Через полгода меня, правда, попросили уйти из секции, потому что я решил позаниматься дома и забрал домой спортивное оружие. Ну, не судьба была. Зато у этих ребят действительно судьба. Прошу, Волечка. Добрый вечер всем. Я дійсно вітаю вас з таким прекрасним святом, сьогоднішнім важливим днем. Мені здається, що сім'я – це команда, а команда – це найкраща і найтепліша сім'я. І так, в номінації «Команда року» The Oscar goes to команда молодості нашої. Чоловіча збірна спектування на шпага! Чемпіони світу, ваші оплески. Подарунки та призи від наших партнерів і, звичайно, головний приз. Для нас всех это очень важно, и нам очень приятно находиться на этой сцене. Также хочу всем нам пожелать
тем, кто находится в этом зале, тех, кого сегодня нет. Хорошего выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а именно медалей. Спасибо. Всех спортсменов хотелось бы поблагодарить всех тренеров, в частности нашего тренера Владимира Васильевича Станкевича. Огромное вам спасибо. Уже более 15 лет он руководит нашей командой, и те медали на протяжении 15 лет и вся карьера нашей команды благодаря ему. Поэтому и, конечно же, нашим личным тренерам. Поэтому большое вам спасибо. Большое спасибо всему руководству Национального спортивного комитета и вообще всем нашим личным тренерам. Всем удачи.